На избирательную комиссию города Сочи возложены полномочия окружных избирательных комиссий морского номер 33, сочинского номер 34, курортного номер 35, одномандатных избирательных округов. Всего в краевых списках по трем избирательным округам 13 зарегистрированных кандидатов. На жеребьевке присутствовали 6 выдвиженцев. За отсутствующих конверт с эфирным временем открывал член избирательной комиссии с правом решающего голоса Сергей Ивановский. Вести агитацию в средствах массовой информации кандидаты начнут с 14 августа. Графики выхода роликов в эфир на канале ФКТ будут опубликованы в газете «Новости Сочи» и размещены на сайте избирательной комиссии Сочи. Эфирное время для агитации предоставляется по будням. Каждый день 3 минуты для кандидата и 4 минуты на партию. Всем в равных объемах предоставляется эфирное время. Избирательным объединением 1/3 от общего эфирного времени, выделенного компании ФКТ, кандидаты 2/3 получают эфирного времени. В рабочие дни, в удобное для избирателя время просмотра будет осуществляться и в утренние часы, и в вечерние часы. Использовать это время кандидаты могут для проведения дебатов или личных выступлений. Агитация на канале ФКТ завершится в ночь на 9 сентября. Суббота, 9 сентября, станет днем тишины. Выборы же, напомню, состоятся в воскресенье, 10 сентября.